Хочешь сообщить о проблеме в своем районе? Теперь это можно сделать через интернет, используя мобильный телефон, компьютер или планшет. Мэрия города Ош совместно с общественным объединением Юзов Ош запустили онлайн-карту обращений населения города Ош. Онлайн-карта позволит муниципальным службам оперативно реагировать на возникшие проблемы. Зайдите на сайт www.map.oshcity.kg. Выберите кнопку «Отправить сообщение». Заполните предлагаемую форму, найдите на карте адрес вашей проблемы, выберите, к какой службе она относится и нажмите кнопку «Отправить». На каждое сообщение в обязательном порядке будет дан ответ в течение 2 недель. В случае нарушения сроков вы можете обратиться в мэрию города Ош. Муниципальный служащий может понести административное наказание в виде штрафа. Прояви активность в решении городских проблем.